Привет, ребята, с вами Каис, и я продолжаю осматривать прототип первого Tomb Raider от 3 августа 96 года для PlayStation 1, и меня пустили, да, в третий уровень. Затерянная долина. Это же он? Или это, погоди? А, нет, это не затерянная долина, к сожалению. Это гробница Куалапека. А что, в затерянной долине побывать нельзя? Интересно. Ну ладно. Ладно. Видимо, гробница Куалапека будет. Что у нас из оружия? Да все. Что-то не хочется мне с пистолетами бегать. Возьму дробашек. Да, гробница Куалапека. Тут у нас должен быть рычаг. Можно, кстати, пробежать вперед, валуна пропустить. Он покатится же здесь? Ага. Пропускаем валуна и можно посмотреть, что у нас тут находится. Ага, сцион, кусок сциона. Но этот уровень мне нравится, в принципе. Но он короткий, правда, очень. Но он мне нравится. Так, подожди. Здесь три двери, да? Угу. Опускаем здесь тогда рычаг, вот. Видимо, затерянную долину не вошла в этот сборник. Так, а где динозавры? Велоцираптор. Что-то я их не вижу. Странно. Так, куда пойдем? Ну давай сюда сходим. Такой немного хардкорный путь. Но на самом деле тут ничего сложного нет. Толкаем блок вперед. Нам нужно открыть три решетки. Два раза толкаем его вперед. Потом блок слева тоже толкаем вперед. Так, а тут нету ловушки еще, да? Обратите внимание, ловушки нету с шипами. Ну это вообще просто дальнюю самую решетку открыли. Конечно, это просто. Да, я впервые играю в этом уровне. Впервые делаю осмотр этого уровня, раннего. Поэтому я-то игру хорошо знаю, наизусть, вдоль и поперек, особенно первую часть, каждый уголок изучен. И вот, нахожу отличия. Так, ну этот рычаг не отжимается. Ой, я потерял много хп, а тут еще волки. Еще убьют сейчас. Надо подлечиться. Ну да, тут один чувак уже помер. Даже не один. Вот второй еще. Останки. Археологи, блин. Так, тут отсутствует кубик. Обратите внимание, не надо ничего толкать, выдвигать. Сразу доступна лестница. Наверх. Так, что внизу? Аптечка маленькая. Не ловушка никакая. И забираемся выше. Еще выше. Сзади ничего не оставили? Да вроде бы нет. Здесь тоже ничего. Так, погоди, здесь нет ничего? Кроме рычага. Ладно, опускаем туда рычаг, открываем еще одну решетку, вторую. Центральную. Теперь надо ближнюю открыть.
Так, ну пошли теперь в сложный, самый сложный из путей. Да, тут есть рычаг, можно его нажать. А вообще нет, пока не будем мы его нажимать, наверное. Да, пока не будем, пока оставим как есть. А, шипов нету, обратите внимание. Вот тут вот. Отсутствуют. Я бы вот тут мог бы помереть в обычной игре, но тут еще нету шипов. Ладно, бежим назад. Ну как назад, вперед. Поднимаемся вверх по лестнице. Теперь прыгаем в бок направо и лезем наверх. Ох. Нет, не сюда, Лара. Камера высоко задрана. Такого я не помню в релизе, чтобы она здесь так высоко была задрана. Так, ну куда-то залезли. Что тут у нас? Тут у нас спуск. Кстати, а почему? Погоди-ка. А, ну да, так и было. Здесь можно с двух сторон спуститься. Можно с этой, можно с той. И тут дверь открылась, да? Она же была закрыта, а сейчас она открылась. Так, спускаемся вниз. И прыгаем в проход. Что у нас здесь? Рычажок. Опускаем его. Пододвигаем платформу к другому проходу. Так, а теперь надо вот эту платформу пойти подвинуть. Для этого лучше слезть. Вот эту колонну. Нажмем здесь рычаг. Да, нету велоцираптора. Вообще никого. Но что поделать, что поделать. А может быть, затерянная долина вообще изначально не было этого уровня? Так, ну ладно, прыгаем до следующего рычага. О, ну тебя я помню. И открываем последнюю решеточку. Все. Три решетки подняли. Возвращаемся в начало уровня. Интересно, есть ли секретная область? Вряд ли. Я думаю, вряд ли. Так, ну тут, наверное, ничего нету. Угу. Дротики есть. Должны быть, по идее. Ну тут стоят обычные статуи, ничего тут такого. Здесь тоже. Что-то не вижу я дротиков. Да, дротики как будто отсутствуют. Так, тут открываем. Открывается дверка, нет, да? Ну я так и думал, я так и понял. Секрета еще никакого нету. Или может он с другой стороны? Кто его знает? Да не похоже. Не похоже. Да вот тут какая-то темная дверь как-то выделяется. Не знаю зачем.
Она что-то туда даже залезть не хочет. Не, нету тут ничего. Я подумал, может, за статуей что-то положили. Хотя вот тут тоже темная область. Ладно, идем вперед. Так, тут у нас мумия должна быть. Ага, упала. Мумия упала. Так, что у нас там? Скелет на троне. Ой, еще одна мумия. Она что, не... Ничего не делает? Да, скелет на троне. Ладно, берем кусок этот сциона. Сейчас начнутся обрушения. Туда нам теперь не пройти, там все разрушили. Все разрушено. Мумия не ожила? Видимо, нет. Ладно, валим отсюда. Открываются вот эти ворота. И что, сейчас надо будет этого убить, да? Как его? Ларсона. Ой, я забыл про это, кстати. Про это я, кстати, забыл. Я сейчас мог реально попасться. Да, открылась дверь. Ларсон там. Так, секретная область есть? Что-то я не вижу, да? Нет, похоже, еще. Не вижу. Стоп, а тут вообще волки отдыхают. А кто в меня стреляет-то? Где он? Странно. Тут тоже волк отдыхает. Но он какой-то неактивный. Немного. Не сбегается. А, вот тут активный, кстати. Только это, по идее, из того уровня должно быть. А не из этого. Да чтоб тебя... Попади, Лара. Так, ну я подлечусь, ладно. Патроны к пистолетам тут лежат. А здесь что? Тут тупик, как оно и было. Интересно, большая аптечка наверху есть? По идее, должна быть. Или мне затерянная долина там доступна. Вот будет прикол. Не, недоступна. И аптечки я тут не вижу. Погоди. Ну да, там еще ничего нету. Тупик. Ладно, спускаемся вниз. Пойдем в другую область осмотрим. Интересно все-таки. Прежде чем убивать Ларсона. А, вот ты где. Я знаю, что ты в меня стреляешь. Я хочу посмотреть, что тут. Интрига. Ну вот это ведет вообще к прошлому уровню. Город Вилькабамба. Вот отсюда я обычно прихожу. Сейчас тут тупик. Ну, здесь у нас земля и ничего нету на земле. А туда мне не допрыгнуть явно. Высоковато будет. Ну, а если бы побежать в эту сторону, к чему я приду-то? Ничего тут нету. Хотя, нет, что-то есть. Но как туда попасть? Вот вопрос. То есть я вижу там проходы, да? Но я не представляю, как туда попасть.
Может, здесь зацепиться можно? Нет, не похоже на это. Да и тут тоже. Ладно. В общем, туда нам не попасть никак уже. Пойдем валить Ларсона. Ничего больше нового я тут не нахожу. А, вон оно где. Готов. Интересно, сцена сразу пойдет сейчас? По идее, да. Сцена без звука. Да, заканчиваем уровень. И у нас начинается уже дальше этот, как его, монастырь опять Святого Франциска, следующим идет. На этом я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и услышимся в следующей серии. Всем пока.